Услугу по отмене налога на транспорт, который пострадал или был уничтожен, теперь можно получить в подмосковных МФЦ в течение 30 календарных дней, без посещения других инстанций. Заявление подается в любом офисе «Мои документы» Подмосковья, вне зависимости от места регистрации. Услуга позволит прекратить налоговые исчисления с первого числа месяца ликвидации машины.